Здравствуйте, друзья! Еще один недорогой китайский ПВМ регулятор мощности, оборотов двигателя или чего угодно. Значит, все характеристики его будут в подкасте, или как это назвать, внизу. Значит, их два брата, у одного соответственно, резистор, который регулирует обороты двигателя, значит, впаян на плату, у другого вынесен на провода. Значит, ну и в зависимости, как удобнее крутить, можно будет так или так применять. Значит, ну и давайте включим у нас. И посмотрим, как это все работает. Двигатель у нас вот такой будет в эксперименте. Вот, на 21 вольт. И попробуем. И вторая особенность, что здесь стоит самовосстанавливающийся предохранитель. Но я закорачивать не буду. Проверять нас не это интересует. Там видно. Поправим. Вот я на выносном, да? Ну, регулируется достаточно неплохо. Ну, как я уже говорил, стронуть это одна история, нужна одна мощность, а поддерживать вращение нужна другая совершенно мощность. И для того, чтобы сорвать двигатель, это нужна большая мощность. И если не нужно сильное вращение, а совсем минимальное, то можно подобрать программно-аппаратно сначала. Запустить двигатель, ну а потом уменьшить, соответственно, частоту шима и добиться минимальных оборотов. Если он остановился, это надо как-то контролировать, и тогда перезапустить. Ну а уйти в максимальные обороты в этом нет. Ничего сложного. Для того, чтобы сделать реверс, надо, соответственно, перекинуть провода у данного двигателя. Ну, я использую вот замечательный крепеж шарнирный от Дримеля. Ну, наверное, сейчас, если найду, где я его покупал, я ссылочку скину. Сейчас у нас будет вращаться в другую сторону. Да, видно, сейчас он вращается в другую сторону. На этом я данное видео заканчиваю. Ну и все, до новых видео. Наверное, попробуем собрать сами. Вроде бы у меня вся элементная база есть. Собрать на таймере NE555. Вот регулятор. Ну и, наверное, силовая часть у меня есть. Ну, наверное, просто на каком-нибудь одном мосфетовском транзисторе соберем. Не будем сдвоенный. А можно и сдвоенный попробовать. Тоже так побольше мощность. Все, до новых видео. Оставайтесь, подписывайтесь. До свидания.